А теперь обо всем более подробно. В Люберцах состоялись публичные слушания по проекту бюджета городского округа за 2017 год. Участие в обсуждении главного финансового документа приняли сотрудники администрации, депутаты, а также общественные деятели. Сейчас предлагается нам в ходе наших слушаний рассмотреть проект решения об исполнении бюджета Люберецкого района за 2017 год. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета такова, по словам Андрея Пак, основная задача при формировании проекта. Напомним, бюджет округа принимается на трехлетний период и сформирован за счет налоговых и неналоговых платежей. По итогам 2017 года объем денежных обязательств по исполнению составил 6 миллиардов 883 миллиона рублей, или 94,8% от бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнением бюджетных обязательств. В том числе на реализацию 24 утвержденных муниципальных программ 6 миллиардов 819 миллионов рублей, или 99,1% от общих расходов. Большие статьи отведены под образование, благоустройство, культуру и спорт. Эти программы продолжают финансировать и в текущем году. Кроме того, особое место на сегодняшний день уделяют обеспечению безопасности населения, здоровья граждан и экологии. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.